морских берегов. Мы посъедались по лесам, у костров встречаясь запах. Корешочки и грибы, и кричал не зря шаман. Он закурил чудной травы, сразу стало пофиг, пофига. Мы как ушли с палаткой в лес, закрученилась мама, мол, сыну время подвинет. Что еще ему там, что еще там надо? Но мы ушли с палатки в лес. Хей-хей! Мы поехали на Систа. Моя невеста где-то здесь. Ой, Гарри, ясно. Ой, Гарри, призна. Ой, Гарри, Гарри. Ой, Гарри, призна. Ой, Гарри, ясно. Поехали на Систа. Ой, Гарри, Гарри, ой, Гарри, Присна, ой, Гарри, Галя, поехали на Систа. Вот шатер твоя кровать, вон лес твоя квартира, и здесь найдется что пожрать. Да все это было на таежную ночью. Хватит доброй древесины и на небесную ладью, проплывающую мимо. Мы как ушли с палаткой в лес, хе-хей, закручинилась мама, мол, все время под венец. Что еще ему там, что еще там надо? Но мы ушли с палаткой в лес. Хей-хей! Мы поехали на Систа. Моя невеста где-то здесь. Ой, Гарри, ясно. Ой, Гарри, пресно. Ой, Гарри, ясно. Ой, Гарри, пресно. Ой, Гарри, Гарри, уехали на Систа. Ой, Гарри, ясно. Ой, Гарри, присно. Ой, Гарри, Гарри, уехали на Систа. Ой, Гарри, Гарри, ой, Гарри, Систа. Моя невеста в Саре, волики веков и присно. Ой, Гарри, ясно. Ой, Гарри, Систа. Моя невеста в Саре, волики веков и присно. Ой, Гарри, ясно, ой, Гарри, Гарри, ой, Гарри, ясно, ой, Гарри, Гарри, ой, Гарри, ясно, ой, Гарри, Гарри, круто, блин. Слушай, там кит или что такое? Ну, не пойму, ну, черный, что ли? Камень? Ну это же, да, это же те самые камни-верперлуды. Знаешь, что здесь? Ну, я видела. Один там, раз да. Видео, да? Да? Один взял. Раз. Вы его нереально приводите. Прямо да, в гамму. Да. Все охренели. А акулы, кстати, тут акулы под Вантовым мостом, да-да-да, ловятся. Пираньи около Соснового Бора зачастили. Пираньи это из этих, из в аквариумов. Но все равно. А акулы всплывают, как бы там... Крабы живут под дамбой. Людей в некоторых насистов уплывают, как бы, с ума сходят некоторые, и в Петербург. Тут все с живностью как бы хорошо. Вот, кстати, интересно, вот там какая-то лодка, а людей-то в ней нет. Опа, это что, летучий типа? Голландец. Голландец, да? Это что? Это там только что недавно человек в ней сидел, а его там нет. Может, лежит просто. Может, выпал. Ну, как знаешь, что красиво, нет? Я начал плавать юнгой 15 лет. Не надо путать с книгой, все это бред, это бред. Беру
золотой ручке не дал Господь дарить нам то, что мне дарила ночь. Мне снилось море девчонок, я в нем купался и без вранья находил в этом мысты кейф. Этот сон корабельный шлейф, а вода бурлит под винтом, а в воде этой тоже сон, о котором потом. Что случилось так случайно, чуть-чуть не так и все бы не то, как было бы лучше, это тайна, да и теперь все равно. Август изменил нашу жизнь, август снова все как когда-то. Август — это авантюризм, целый месяц важная дата. Август изменил нашу жизнь, август снова все как когда-то. Август — это авантюризм, август — это важная дата. Забытый богом месяц август накроет грустью все кафе, и полетят с радиостанции